В Арзамасе колумбийских болельщиков встречают как самых дорогих гостей в кокошнике хлебом и солью. Видимо, чтобы сделать приятное, иностранцы надели на головы сувенирную ушанку и русскую офицерскую фуражку. После того, как гости съели каравай, их пригласили к столу на ватрушки. Колумбийцам так понравились местные хлебобулочные изделия, что они задумались о начале производства пирожков у себя в Южной Америке. И чтобы не забыть о родине, они исполняют гимн Колумбии. На Бару филиппинцы едят черное мороженое и катаются на канатке. Фантастически. В Москве нет, в Петербурге нет, а на Бару есть. И мороженое у вас черное. Иностранные болельщики доехали и до городца. Кстати, прибыли не только из стран-участниц чемпионата мира. Вместо МФЦ американцы оформляют миграционные карты. Я живу в Америке, американская команда на чемпионат мира не попала. Так что для меня это, так сказать, праздник. Я футбольный фанатик, можно сказать. Футбольных фанатов ждут везде, чтобы закружиться с ними в русском хороводе. Ксения Дорнова, Время новостей.